Здравствуйте. Я Якимов Евгений Александрович, подручный столяра на металлургическом заводе в городе Тюмени. И являюсь сопредседателем профсоюза металлургии Тюмени. Наш профсоюз металлургии Тюмени – это добровольная общественная организация, действующая на основании устава и в рамках законодательства Российской Федерации. Наш профсоюз был создан нами в декабре месяца прошлого года, а 2 февраля профсоюз металлургии Тюмени был принят в состав Федерации профсоюзов России. Мы приняли устав, а также и программу Федерации задач коллективных действий. Рабочие нашего завода вступают в наш профсоюз, а также некоторые предоставляют доверенность, ну, на право предоставления нашим профсоюзов их интересов работников в соответствии со статьей 30 ТК РФ. Ну и естественно, с каждым днем нас все становится все больше и больше, но еще, конечно, недостаточно для того, чтобы выйти на коллективные переговоры с работодателем. А для этого нам с вами необходимо более 50% всех сотрудников нашего предприятия. И, конечно, для этого нам нужен с вами проект прогрессивного коллективного договора. И он у нас уже есть. Ссылка будет в описании к этому видео. Если у вас есть еще и предложения для внесения в проект коллективного договора, присылайте. Мы ведем работу над его улучшением. Им необходимо, чтобы каждый работник участвовал в составлении, продумывании требований. Только это позволит учесть все спецификации нашего с вами завода. Только тогда коллективный договор станет именно коллективным, когда примет каждое участие в составлении нашего с вами коллективного договора. И напоследок, что я вам хочу сказать. Вступайте в профсоюз металлурги Тюмени, и будем вместе бороться за улучшение условий труда, за сокращение рабочего времени с увеличением нашей с вами реального содержания заработной платы. Любят героев, даже замечать не хотят. Какие ребята порою у жарких мартенов стоят. Когда гибоя и пения осколками брышет металл, с героем горячих сражений сравнится любой столяр. Надо, чтоб все не забывали, ставь в работе главная деталь. Танки — это сталь, санки — это сталь, провод — это сталь, город — это сталь. Поезда и стали, и мосты и стали, верю у поэтов это тоже сталь. Поезда и стали, и мосты и стали, верю у поэтов это тоже сталь. А все-таки мастер с Урала не зря музыканту сказал: жаль, песен на столевах я мало покуда слыхал. Пусть славится труд столяров, сверканье горячих лучей. Прими эту песню подарок, хозяин железных мечей. Надо, чтоб все не забывали, ставь в работе главная деталь. Танки — это сталь, санки — это сталь, провод — это сталь, город — это сталь. Поезда и стали, и мосты и стали, верю у поэтов это тоже сталь. Поезда и стали, и мосты и стали, верю у поэтов это тоже сталь.
остыть.